А, погнали. Ну что, всех, кого интересует ситуация по коронавирусу, он уже здесь. Привет, ура, всех поздравляю. Сегодня была информация по чатам в WhatsApp, в школах уже со следующей недели написано не обязательно посещать домашнее школьное обучение, то есть уже приходить в школу не обязательно, да, дети гуляют теперь, предоставлены самим себе. Вот. Сейчас будет опрос дальше. Я думаю, с середины недели или со следующей недели уже вообще закроют школы, скорее всего. Ну, это мои такие рассуждения. То же самое по садикам, кстати, я просто знаю. С садиками тоже есть у меня взаимодействие. Вот. А, налажено. Поэтому все. Вчера, кстати, в школу скоро еще приезжали, насколько я знаю. Очень... У нас тут рядышком просто... Да, как называется? Станция скорой помощи. И они прям гоняют без устали все время. Тю-тю-тю. Прям пачками. Поэтому, ребят, все, уже все здесь. Кому интересно, то есть уже информация прям стопудовая. Вот, следите. Вчера мы переписывались тоже с ребятами из Екатеринбурга. Интересно, что там что-то 5000, да, по-моему, не допускают. Уже запретили мероприятие на 5000. Ребят, окстись. Правильно вчера сказал Денис, что в метро люди спускаются. Блин, там сколько пассажиров поток за день, ё-моё. Ну вы что смеетесь? Какие 5000 мероприятий? Если суждено, уже оно как бы движется, это все дело. Распространяется. Ну, в общем, ждем. На самом деле тяжелое очень время настало по болезням и по политической обстановке. Как-то все так сошлось. Ну, как обычно, что? Вот. Всем peace, всем мир. Мы гуляем, отдыхаем, стараемся как-то наслаждаться, потому что, ну, все в очень таком состоянии. В ближайшее время напряжется. Кстати, ну, кто знает, за границей уже прилавки довольно пустоватые. У нас, кстати, пока нет еще. Не сказать, что пустые прилавки, то есть, ну, еда есть. Цены еще не выросли. Ну, все впереди. Будем посмотреть. Пока-пока.